Всем привет, это канал «Хочу жить». Пить или не пить на Новый год? Вот в чем вопрос. Как не пить на Новый год? На этот вопрос у меня ответа нет однозначного. Просто не брать и не пить, если хотите. Если вы приняли решение уже, что не будете пить, то не будете. А если не принимали, то никак. Нет какой-либо волшебной таблетки или волшебного метода. Это вам решать. Как бы зависит все от вашего решения. Нужно задать себе вопрос, зачем? Зачем пить или зачем не пить? Это все будет зависеть от ответа на этот вопрос. Смотрите сами. Просто хочу рассказать свою историю небольшую. С 2018 на 2019 я принял решение, что пить не буду. Это было 28 декабря. Ко мне пришли друзья в гости. Я сказал себе, что пить я не буду. Я не пил. Я смог сдержаться. Но в новогоднюю ночь я выпил несколько бокалов шампанского. И потом друзья ко мне приезжали после Нового года. Уже, число я имею в виду 3-го, 4-го, 1-го, 2-го. Я эти дни я пил. Немного, но пил. Но в то же время, в апреле месяце 2019 года, я бросил пить совсем. И больше я с 19 апреля 2019 года я больше не пью. Вот смотрите сами. Я повлиять не могу на вас. Мы еще увидимся в этом году. Я еще запишу поздравление. И сегодня я хотел другой ролик записать, но он оказался более мрачным. Я его пока отложу. Потом я уже его обработаю. Смонтирую. А пока я вот этот ролик смонтирую и выложу его. Так что еще увидимся. Всем пока. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго.